Всем привет! Извините за внешний вид, я сейчас в машине. Мы поругались с Мариной очень сильно. Я обычно такую хуйню не записываю, но я знаю, что она по-любому свой этот, паблик жизням будет выкладывать и обвинять во всем меня. Хотя она сейчас повелась себя вообще просто как конченая сука. Мне очень больно и... Хреново, я еще болею, и это все вместе, это просто трэш. Сейчас все дошло до того, что было даже рукоприкладство. Я не знаю, я сижу, я просто в какой-то прострации. Я вообще не понимаю, как будто это не со мной произошло все. Потому что это максимально неадекватное поведение, я ее не узнаю. Это мне очень обидно, прям безумно сейчас обидно и больно. Просто еще, понимаете, вот эти какие-то дурацкие совершенно предъявы, типа, что ты тут делала, пока меня не было месяц, типа, я знаю, хоть ничего не было, я не знаю, кто это сказал, что у него в голове, это такой бред. Причем, учитывая, что, вы представляете, сколько, вот я молчу, да, я не отвечаю на какие-то анонимные вопросы, да, я не реагирую на всякие там паблики и так далее, да, но не представляете, сколько мне людей просто тупо пишет в личку и говорят то, что, а Марина, знаешь, там обжималась на проекте, а потом Марина на финале сосалась, да, мне даже такое сказали, да, что типа Марина сосалась на финале, представляете, да, и, блядь, а что мне думать? Ой, блядь, не знаю. А теперь, милая моя, иди ты нахуй. Вообще, блядь, нахуй не подходи ко мне, блядь, никогда, блядь. Скажи, блядь, спасибо, что я нахуй не сожгла, блядь, твою квартиру, ёбаную, блядь. Просто иди нахуй.